Привет. Научи меня произносить английские слова правильно. Привет! Конечно, давай попробуем. Можем начать с простых слов и фраз. Если хочешь сказать какое-нибудь слово, а я тебе помогу с произношением. Научи меня правильно произносить слово «low». Хорошо, давай потренируемся. Слово «though» произносится как «though». Начни с мягкого звука «the», который похож на «z», но с языком между зубами. Затем короткое «оу». Повтори за мной. «Though». Здорово! Почти правильно. Попробуй еще раз. Удели особое внимание звуку «the» в начале. «Though». Отлично! Уже гораздо лучше. Твой «the» прозвучал четче. И в целом слово прозвучало очень хорошо. Продолжай тренироваться, и все получится. Давай попробую еще раз. «Though». Отлично! Очень хорошо получилось. Чувствуется, что ты поняла, как правильно произносить TH в этом слове. Отличная работа!